Сегодня хочу познакомить вас с необычным одним местом в Ройтлингене. Оно такое незаметное. Вот здесь можно увидеть табличку. Это самая узкая улица в мире, 31 сантиметр. Оно находится как-то в стороне от больших дорог. Такой очень интересной улочки, колоритной. Необычный. Домик уже старенький, ветшает, уже наклоняется. Вот так выглядит улочка с другой стороны. Ну, давайте пройдем. Ну, очень узкая, очень. Ну, в принципе, можно бочком пройти. Я, допустим, прохожу почти вплотную. И вот выходим на другую улочку. Очень такую красивую. А с виду совсем-совсем незаметная улица. Даже, я бы сказала, похоже больше на какой-то проход, чем на улицу. Вот домик. Рядом тут находится старая городская стена. Вот остатки городской стены. Очень старинной. Большое сооружение. Очень необычный цвет. Такой черно-песчаный.